Последняя часть нашего пути туда. Мы долго летели, мы ехали на поезде. Теперь осталось заброситься на реку. Чувство усталости борется с предвкушением. Предвкушением открытия чего-то нового и одновременно не раз пройденного. Походная жизнь понятна и знакома, но это Сахалин. А встреча вот с этим медведем, которого удалось запечатлеть лишь в последний момент, хотя он долго сидел на дороге, придала, по крайней мере мне, ни с чем не сравнимое чувство, когда ночью, один засыпая в палатке, начинаешь усиленно слушать лес, после того, как хрустнет веточка, или на реке начинают раздаваться характерные шлепки по воде. Первый день, ставим лагерь. Это мой скромный домик. Иван, смотри, видишь, как где-то? Это не скромный домик. Так вот и... Ага. Это твое? Это мое, да. Скромный домик. Дело такое. Затягивать не стоит. Открой-ка свою палатку, хоть посмотрим, насколько она объемная. Ух ты, ты тут все присел. Вот этот колышек вреден. Пьяный, споткнешься? Да, есть такое. Так, боже, а нужно кресло привязать, что ты пьешь? Нет, ну тут. Я должен зайти. Первый спуск. Первый спуск. Первый сплав. Давай. Веревку привязали? Да. Давай, снимай, я спущу. Сереж, держи веревку. Конец держи. За конец. Держу за конец. За свой. За свой конец держу. Чего так кто привязывал? Блин? Я все привязываю. На палубу тогда. Сережа, дай я привяжу. Лезь на палубу, а то утонешь. Сережа, все. Вот чем мне нравится такой сплав? Чем мне нравится такой сплав? Можно ничего не делать, а находишься в движении. И а картинка все время меняется, да? Сидишь? Да. Второй экипаж немного задержался на берегу, но это неплохо. Мы шли по воде, не мешая друг другу. Интересней с рыбой видео. Вон дохлый лежит. Снимай, снимай! Ждать. Давай хоть бы плывем. Когда шли в прошлый раз, не было здесь рыбы. Помню? Нам не попадалось. Концепция была такая. Сплавляемся и одновременно облавливаем реку на ходу или причаливая к берегу. Поэтому периодически экипажи обгоняли один другого. Маленький, отпустим сейчас. Как же не голец? Голец. Это местный голец. Покажи на камеру мне его. Слушай, это какой-то этот. Это не голец. Это, как она называется? Форель. Да, форель. Хариус, а не голец. Ну, снимай его. Сам ты хариус. Это не хариус. Нет, ну это сиговая рыба, да. Видишь? Но будем брать? Зачем? Не надо. Конечно, берите. Выпускай. Еще раз я поймаю. А ты что, тоже поймал? Первоначально попадалась только горбуша, которая уже отметала икру и охраняла кладки. Это казалось развлечением, так как другая рыба пока не брала. Дима, посмотри это. Нет, проверь, есть икра, нет? Да нет в ней икры. Что это проверять? Это несъедобная рыба, горбуша. Так нет, я насчет икры. То, что она несъедобная, это понятно. Опусти пониже. Вот ну, все уже. Нет, подожди. Блин, все пусто. Не о том разговор. Да. Выбрасывай. Эта рыба уже все. Жизненный цикл ее заканчивается.
икру от металла, осталось ей умереть. Сергей, у тебя то же самое? Нет, у меня лучше. Ну, у тебя всегда все лучше. Хоть рыба и несъедобная, но она лучше. Ох, красавица. Да. Улов. Один за одним. Клев, как на черных камнях. Не, ну по характеру реки, ну какая-нибудь там Рязанская, Владимирская область, вообще легко. Ну, вот в Москве Тверская были бы дачи, а вот такого. Дим! Табань! Шо? Табань! Я Табаня. Ты меня зачем снимаешь? Ты будешь звездой Ютуба. Нам все равно. У меня лысина отражает очень. Засвечивает кадр. Почему же засвечивает? Наоборот, светишься. Да. Хорошо, хорошо, идем. Обходим справа. Справа? Да. Второй лагерь. Поставили палатки. Сергей, как обычно, сразу ловить. И вот он, первый кивыч. Да вот тот взяла, да. Кто здесь? А вот это вот самка. Сергей, на, передай ему. Вот таким подсаком. Бабочек. Не хочет она. Можно заводи, потому что, а не хвостом. Все нормально работает. Сейчас. Если хвостом заводить, то да. Слушай, ну вот это... Нормально. Вот это уже, и там и корки похожи нормально. О, человек с ружьем. Сейчас, секунду, я его, давай, отпущу. Давай. Я сейчас камеру выключу, ты отпустишь. Давай. Вот. Егор старается. Чистой воды. Глоток. Дело в том, что в ручьях вода чистая, а в реке коричневая, и запах уже рыбы. Горбуша мертвая везде. Егор, тут в жопу не стреляй. Ну-ка, Андрей, что же это за след? Для масштаба надо как-то. Ну вот рука, вот следы, вот такое. Что? Здесь как-то пованивает, конечно. Пованивает еще как. И водица невкусная. Вчерашний чай был какой-то гадкий. Сюда нет, можно заварку даже не опускать, да, здесь? Так да, пить? Да, я же тебе говорю. Да, можно, надо. Собственно, в уху рыб не добавлять. А, то есть уже нажористость там есть. Нет, подожди, они форель. Лосось. Ну почему? Ну, правильно. Ну потому что, ну как бы, он же лосось, форель, он же лосось. Командир, где должен быть? Расскажи, что ты приготовил? Ну, скажем так, это великолепное... Южно-Сахалинская кушанья из красной рыбы. По-моему, вы на севере Сахалина. Нет, это южно-сахалинская кушанья, мы его готовим на севере, да. Это рыба, птица и рыба, это потрясающий свежий кижут. Распластан, косточки вытащим, командир, с лучком, с перчиком, с лимончиком, называется сюда. Ну, без коньячка. Без коньячка. Ну, можно сверху. Ну, это знаешь, мы же не пьющие люди. Зачем? Мы не пьем, мы не пьем. Ой, кто это? Шмеля. Полет шмеля. Ну тогда, да, конечно, что мы ждем-то, понятно. А, запашок пошел. И одну пустую бутылку. Ну вот сейчас клёв. Человек знает, чем занимается. Надо не так немножко сделать. О, Антон Николаевич. Творчеством занялся. Народное творчество масс. Что-то криво. Можно? Ну ты прямо возвращаешься. Это бадочек будет такой. Бадочек будет красненький.
Когда будем еда пробовать. Не готовится, давай только тогда бросим. Давай. А то потом Кана керотмоет из полиэтилена. А где наш Дмитрий-то? Так ловили, отпускали? Ну как горбуша горбатая, что ли? Что она так называется-то? Прям брод. Тихо, тихо, не пачкайся сейчас. Мы тебя снимем и отпустим. Фу, какая зомби. А язык черный. Пасть черная. Да хорош ты, дурочка. Блесну мне портить. Все при деле. Кто-то делает уроки, а кто-то готовит. Пятница. Пятница. Что у тебя расписание на пятницу? Развивайся. Не гордо. Да нет, нет, хорошо. Здоровье. Мышие. Мышие? Да. Кунжа. Пускать? Да, наверное. Зачем она нам? Глубоко заглотил, да? Да нет, но конкретно. Конкретно. Голодные. Угу. Слева сопочка, ты хочешь сказать, это предвестник гольцов? Да. Нет, там так вы же там рулите. Мы больные. Вот рулите. А мы рыбу ловим. Вы не ловите ее ни хрена. Дима тащит крупную рыбу. Что, он подтащил, вот она. И сюда делать. Это, по-моему, опять такая же большая. Пятнистая. Ух, ну-ка, Дима, покажи-ка. О! Да. Ну все. Что, все, я ее не сниму. Слева надо добавить. Нет, справа надо грести. Ландшафт потихоньку начинает меняться. Появляются сопки. Лиственница все больше вытесняет осину. Я уже меньше ловлю и больше любуюсь природой. Ручей. Давай, подводи сюда, к берегу. Я из кадра уйду. Да? Из кадра уходим. Да, давай. Так, Илья, пожалуйста, не перекрестись. Ты перекрестнул именно что? Ставим. Активный какой. Активный очень. Что, Егор, нужно? Хороший такой.
Во. О, рыбка. Во. Ну-ка. Да, это. Нет. Да? Клюв. Ага. Начинался. Молодой самец, недавно зашедший. Но кто-то его уже прицапнул. Есть рыба больше. Иди сюда. Ставим лагерь. Базового места нет ни хрена. Готовим сами. О, ходим. Здесь стоит казарма у нас, да? Дерево, казарма наш. Барак. Барак Обама. Бичами. Наш милый барак. Здесь припрячусь я в кустиках. Я медведей боюсь. А вот там ребята. А что ты забрали? Чью забрали? Зачем? Вчерашняя, настойная. Да, перевозили. Нажористая. Она даже не остыла, по-моему, нет? В смысле? Со вчерашнего дня. Вечером. Дима, я делаю ночью. Тарелочка-то осталась у меня в сумке, в оранжевой. Ламинированный, с покрытием. Не, он вот здесь. А все равно, как бы, она снизу измок, и все, и да, и труба ему. Папа, какие потери, да химик нальет. Критически, что за рыба? Усач. Ну, морда вот... Ну какой? Такое ощущение, что надонная рыба, да? Он, да. С виду это сик, нет, да? Но нет, с виду сик по телу. Вот. Но сик не может быть с нижним ртом. У него и форма другая, и расцветка была другая изначально. Ну не, он был просто серебряный. Он с точечками был. Поэтому не было никаких точечек. Я подумал в воде, что это. Нет, не было никаких. Ну точек. Ты сейчас его готовь, а мы на вкус попробуем. Ну да. Уже позже мы выяснили, что это так называемая сахалинская красноперка. Научное название угай. Как клёв. Пока ничего. Вы без телефона не можете? На природе.